I'm Patrick Lancaster, and right now we are not far from the Kharkiv front line, where active battle is going on right past our window. And we are here with a 5th Reconnaissance Assault Brigade Rubezh of Russian forces. And they're showing us their laboratory for their new Russian hybrid drones. We're going to be talking to the commander, seeing them work on the drones, and finding out all the information possible about these drones and about how drone warfare is basically replacing soldiers on the battlefield. We're getting close to something like Terminator 2, and we're going to be seeing real world how it goes, what the real situation is. Please like this video, share it across all social media. Regardless of what side of the conflict you favor, you deserve more than what the Western mainstream media wants you to see. Think for yourself. Get information from this side and that side, as many different sources. Don't be told you don't need to know something just because it doesn't fit a specific narrative. Remember, I'm an independent, crowdfunded journalist. Support my work with the link on the screen or in the description. Now let's get some information. Приветствую. Мой позывной Йода. Я старший техник ВПЛА. Вот же ШБР Рубеж. Йода, скажи, пожалуйста, где мы находимся, какое направление, что это за место и что здесь вообще происходит? Мы сейчас находимся на Харьковском направлении. Это техническая часть, где мы собираем дроны, перебираем, собираем, дорабатываем, чтобы это все летело и приносило пользу. Можно сказать, что вы являетесь, по сути, скажем так, обеспечением той самой работы, которая ведется прямо вот на линии фронта, да? Вот. Да, сейчас многое зависит от БПЛА, именно от FPV, потому что это самое главное оружие на передовой. Все работают, что с этой стороны, что с той стороны, все работают на силе. In your opinion, what has been replaced by drones? По твоему мнению, какие виды вооружения были заменены дронами? Артиллерия, арта, разведка полностью сейчас у нас идет. Что еще? Да полностью вся разведка, точечное поражение цели. Это, грубо говоря, заменяем арту, где она не достает, мы до туда дотягиваемся. И все. Скажи, пожалуйста, я, наверное, наведу на мысль немножко. Я много слышал о том, что дроны также используются по доставке грузов и даже эвакуации ранее. Это можно, да, сказать, что еще и эту часть работы на себя. Это обязательно, это в первую очередь, это у нас идет. Эвакуация – это наземные танки, подвоз – это также может быть и наземное, и по воздуху доставлять. Все, что угодно, все, что связано с доставкой, что БК, да, тащить, то же самое и еду, и воду можно довезти. Все это без проблем. Как по твоему мнению, можно сказать, что дроны вскоре во многом заменят бойца на фронте, или это не совсем так? Грубо говоря, это уже происходит. У нас, как показывает практика, можно уже работать прямо здесь. И еще это, конечно, неэффективно, но все шагает с такой скоростью, что можно будет, сидя дома, запускать дрон, и он будет лететь куда тебе надо. Скажи, пожалуйста, Терминатор – это реальность или фантастика? Терминатор 2. Это уже реальность. Это уже реально. Уже посмотришь китайцев, у китайцев уже и роботы ходят, и все доставляют, и все делают. Что, скорее всего, скоро это и появится у нас. Уже появилось в некоторых случаях. Any questions? В таком случае, проведи нам экскурсию, как говорится. Расскажи, пожалуйста, в этом месте. Здесь, где мы находимся, у нас происходит тут сборка дронов. У нас также представлены дроны по радио, но если где-то у нас радио не справляется, у нас самое лучшее — это у нас идет оптика. Здесь же мы можем использовать это радио, тут же 5 минут делов, мы переделываем это на оптическое.
5 минут, да. Можем сделать это на позиции? Это можно сделать на позиции, но чтобы дискомфорта не доставлять, это все как бы должен профессионалом этим заниматься. А чтобы перестроить, вот именно здесь появятся переходники, другие НЦУшки ставятся. Здесь отключил, бухту примотал, включил бухту. Все, полетел на оптике. Оптику не надо, бухту снимаешь, летишь на радио. Скажи, пожалуйста, какого уровня работы вы проводите здесь? Вы способны здесь проводить, как говорить? То есть это модульная сборка, либо вплоть до мелкой пайки и анализа микросхем? В плане того, что мы можем полностью с нуля собрать дрон. Как маленький, так и большой. Если даже какие-то есть моменты, мы можем даже напечатать сами детали. У нас занимается человек, который печатает, рисует, именно все может нарисовать. И также 3D-принтера, все работает, все, что надо, все напечатают. И какой дрон это? Называется? Да. Это Велес. Название этого дрона Велес. Появились они недавно у нас совсем. Да, это первый раз я видел. Да. Какая разница это и обычный FPV? FPV, ну это, например, волокно. То есть, а там радио. Если вы имеете в виду, разница в чем, что у нас есть еще КВН, волокно мы пользуемся, и то КВН выиграет, конечно, преимущество пока что. Пока вот этот дрон не показал себя пока что на 100%. А так это все-таки волокно, и им также можно работать, и также убивать технику, где также встречается рэп на обычных радиотронах. И он сказал 5 минут сделать это. Вы имеете, да, то есть радио, я сейчас вот эту бухту сниму. Можно покажи, как быстро могу извиниться. Сейчас это оптик, да? Это сейчас оптиволокно. Можно покажи, как быстро могу сделать это радио? Прикручивается управление. Где у нас здесь? Вот гаечка. Вот прикручиваем, то есть антенку на управление. В ATX антенну мы ставим. Давайте найдем наш. Готово. Пожалуйста. So это как hybrid. It's like a hybrid, yes? Он говорит, это как гибрид, но скорее это модуль. Модуль, наверное, конструкция. No, but it, получается, хочешь это используешь, хочешь это используешь. Да. Тут в зависимости от задачи. Все верно. Вы откуда? С города самого? Или бригада какая? Город. С Екатеринбурга. И как долго вы солдат? С 20-го года. Уже 5 лет. И сколько лет вы? Сколько? Вообще, на войне? Не, вы общий. 5 лет. Не. How old is he? Сколько вам лет? А мне 24 года завтра. Завтра день рождения. О, о.
Завтра буде happy birthday. Да, happy birthday. Понял. И что еще есть здесь? В работе вообще. У нас то есть разные дроны есть. Например, вот это вот, если не ошибаюсь, это Химера. То есть маленький дрон, он не несет большой боеприпас. Он несет маленький, там, например, камуль, либо осколок. Также он радио. Это не волокно. Ага. И это... Это тоже радио. Сколько килограмм можно? До трех. Три включительно. Ага. Понял. Это камикадзе? Да. И это камикадзе, и это камикадзе. И сколько деньги это стоит? Я не знаю, не могу сказать. Угу. Наверное... Как, наверное, как и все, наверное, от 100, я думаю, где-то так. 100 тысяч, да? Да. Mm-hmm. Побольше? 30? Понял. Нет такой информации о денежных вообще у меня, вот этих. Uh-huh. Понял. Мне дают, я работаю. Uh-huh. И вы тоже работаете на это, да? Да, тоже работаем. Подготавливаем дрон для доставки полезной нагрузки по линии фронта. Ага. Как программер, да? Да, через программу Betaflight, конфигуратор, мы добавляем некоторые дополнительные нужные нам функции на дрон. В принципе, все. Mm-hmm. Также распечатываем нужные нам 3D-модели для дальнейшей работы, там, некоторые запчасти, также системы сброса для дронов, крепления там, для антенн, там, прочие различные моменты, короче. Все, что нужно. У нас сидит специально обученный человек, который занимается моделированием, тоже может посмотреть, чем он занимается. А, как дизайнер 3D, да? Да, 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 дизайнер. Можно сказать, что вы сделаете сейчас? Я делаю корпус для ретранслятора. Оптоволокно, украинский дрон, вот это вот все. И почему это здесь? Трофей. А-а-а. Мы его посмотрели, изучили. Like reverse engineering. Да, все посмотрели, изучили, все то же самое. Ничего не меняется. Здесь бомберы в разработке. Вампиры, знаменитые с украинской стороны. Ага. Вот здесь это все уйдет в переработку, настраивается, делается и полетит уже работать на нас. КВН. Это что? КВН. Я смотрел на белорусский, знаменитые дроны. Да, знаменитые дроны. И что это желтый? А это нам подарили, сказали, если вы дадите ладу, то будет работать на вас. Вот будем работать. Понял. Перекрасим только в другой цвет. И что это? Это все идет в переработку, в плане того, что где-то поменять прошивки, моторы, ну, настроить их под себя. И также все идет в работу. Yeah.
Вот это здесь у нас идет разновидность оптики. Она как не БГшная, это с позиции уже пришли. Первая оптика. Это самые первые, которые только начинали делать оптики. Самое простое — это положить в бутылку корпус и намотать там. Здесь у нас представлены еще другие. Вот такие вот есть. Это все то, что нам надо переработать. Это было уже на передовой. И где-то что-то ударили, сломали. Сейчас корпус меняем, проверяем и отправляем дальше работать. Вот, так что разновидность оптики очень много. Сколько кабельный можно 0,3 все это? Сколько кабеля помещается внутри, какое расстояние? Все в зависимости от задачи. От 5 километров до 50. Только бухта меняется, чуть-чуть больше становится. Чем больше километров, тем больше бухта. Я слышал, который я не сказал, может 25-300, это реально или это фейк? До 50 километров можно сделать бухту. До сколько? 50 километров. 50. А, до 50? Да, да. О, да. Я думал, вы сказал 5. 50. 50. А, 50. Да. Да. Вау. Все в зависимости от батареи и какой груз ты несешь. Намотать можно, скорее всего, даже больше. Только зачем? Пока нету такой цели. Если дадут указания на 100 километров, ну это какую батарейку надо сделать? Все в зависимости от батареи и от катушки. Угу. Так что, как-то вот так. And now we've moved to a special area of their laboratory system. We're going to be looking at something even more interesting. The Russian forces first, or one of their first hybrid fiber optic remote controlled tanks, or similar to a tank. We're going to get a look at that here on the next report when we come back to you. Please like, share, and subscribe. We've got a lot more information to come. Remember, you deserve things on both sides of the line. Think for yourself, understand what you're looking at, and understand when someone is trying to show you just one side. Get as much information from as many different sources as possible. And educate yourself. Don't just be led like sheep to look at one narrative. Think for yourself. We're out.